На стадионе «Торпедо» прошел товарищеский матч по регби. В игре приняли участие две команды. Одну представили спортсмены из Люберец, другую – гости из соседних муниципальных образований. За матчем следили и мы. На поле встретились люди разных возрастов и профессий, но их объединяет любовь к спорту. У председателя Люберецкого спорткомитета Владимира Суркова одно из главных мест в жизни занимает бокс. Спортсмен часто возвращался домой с соревнований с медалями и кубками. В последние годы увлекся регби и вовлекает в него своих друзей и коллег. В боксе бьют в голову, а регби бьют по ногам. В этом, наверное, разница. И тут мы на равных. Тут ни ковер, ни ринг. Тут мы на одном поле и играем на равных в любом возрасте. Здесь наши все единоборцы, тренеры, спортсмены действующие, чемпионы и разные люди, которые хотят себя просто попробовать в силовой игре. На товарищеский матч Михаил Смотров приехал из Кузьминок. Его профессиональная деятельность к спорту никакого отношения не имеет. Но в свободное от работы время молодой человек занимается боксом и борьбой. Теперь осваивает один из командных видов спорта. Нас пригласили поиграть в этот замечательный город Люберцы. Вот, приехали, первый раз играем, до этого никогда не играли в регби. То, что тут команда, командный дух, то есть взаимодействие между другими людьми. То есть в единоборствах это больше так, ну ты сам на себя надеешься, а тут на товарища надеешься. То есть так, сплоченность, общение. Такие встречи среди любителей в Люберцах проводят два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Играет в регби и подрастающее поколение. Для юных спортсменов в округе открыли секцию 3 года назад при стадионе «Торпедо». За это время сборная команда Московской области, большая часть которой состоит из люберецких девчонок, в прошлом году успешно выступила в Сочи на Кубке России и вернулась домой с победой. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.